Слышно, все слышно, 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 слышно. У меня теперь дырка в голове, блядь. Спасибо Мише за это. Ну, рассказывай. Рассказывать я буду только за деньги. Альбом, смотри, будет. Два концерта. Один будет в середине января, будет моя презентация, дай бог, в этом, в Лютри на Пхукете, презентация альбома моя, этого альбома «Запретное место». И 26-го большой концерт «Геоплика», «Каспийский груз» и я в Илюжине на Пхукете. Я и не болел. Вылечился. Почему? Ты забыл заехать? Мы не заехали в аптеку еще. На Минотурге заедем сейчас. Там есть? Будет рэп-трип, а не ретрит. Оля, а у меня ключей дома нет. У меня ключей нет дома. Да, я позвоню. Позвони Оле, блядь, не отключай меня, пусть везет. А вот что там, как Оля, интересно. Оля, ты смотришь мой прямой эфир или дрыхнешь? Собаки лают, караван идет. С Гио будет совместный трек. Алло, вот. Как Лёхе? Развод ты уже был, я разведен абсолютно по всем документам. Я женат на микрофоне. Не пьяный, Алёша, вообще. Собчак спросить уже, а не у меня. Оля ходит на группы созависимых, а сама не очень хорошо себя ведет. Оля, давай поезжай сегодня вечером, поговорим с тобой. Есть ключи, да? Там. На Мишу будет диз, да. Придется. Я в Москве. Эльдар на связи. Да, я с Айзе опять сойдусь, я думаю. Миша Ковпак. Миша Ковпак. Предстоит, блядь, надеть. Куклусклановский, блядь. Что-то, Миш, я твою машину не вижу, блядь, на Пхукете вообще. Раньше ты пиздец, в каждом нахуй ресторане, в каждой дырке я тебя видел с этой сумкой денег, блядь. Сейчас что-то ни твоего XM, блядь, ни ваших этих, блядь, рапторов я не вижу, блядь. Только у меня у одного раптора. А, ну у этого, пидораса Кости еще, который меня пиздил. Что ты, Миш, даже руку на меня не поднял? Стоял там, как мудак, блядь. Да, я думаю, альбом не заставит себя долго ждать. Накопилось, что сказать. Прекрати убивать газы, а если тебя примет. С тобой эфир, пожалуйста. Я не знаю, Константин, хуй пойми кто. Как с Олей отношения? Натянутые.
Как в Стахе дела? Не знаю. Можно пообщаться. С той страницы Миша заблокировал, пидорас. О, она изводит. Айза, давай прямой эфир. Сердце холодное, будто мороженое. Я извинюсь, мне это несложно. Есть ловушка, есть карта моя? У меня... Запомнил вкус? Айза, го, прямой эфир. Она, небось, сейчас еще не намазалась своими всеми этими кремами там. А хотя уже должна... Айза, давай эфир совместно, мне подписчики нужны, блядь. Сосань, ну давай залезь еще куда-нибудь наверх, блядь. Иди спать, я только прилетел. А как я тебя включу? Включай меня. Включи ты меня, сделай запрос. Айза. А, вот. Что-нибудь от горла. Это все, что можно от горла и от каши. Hello. Good morning. Yes. Айз, ну мне нравится твой лоб смотреть, всегда вот этот, ну постоянно. Привет. Ой, здравствуйте, молодой человек. Я вас, я не помню, кто вы такой. Привет. Элвис, салам алейкум. На, Сэм, глянь. Это в Москве сейчас? Да, только прилетел. Смотри, мне бошку пробили как. Чем? Ну, я упал об бордюр. Меня ударили, я упал об бордюр. Офигеть. Да. Life is good. А что за фильтр стал? Как гей какой-то. Как гей-парад. Посмотри, Азиза. Азиза, посмотри. Да ужас. Ты когда закончишь это вот дело? А вот это посмотри, а вот это все покажу. О! Ты что такое? Ну это когда меня пиздили, блядь. Тебя что, по-настоящему били? Или я думала, у тебя. Ну, вообще-то это... да. Вообще-то да. И притом не тот, с кем я хотел попиздиться. Он мне сказал, приезжай один. Я выхожу, блядь, из машины, и просто из угла два бойца выходят, а за ними он идет такой. И я, блядь, на него иду, говорю, иди сюда, и мне на, прилетает от них. Этот, кто этот мудак, блядь, с Ковалёва из Дома 2 встречался, Костя маленький такой пидорас, блядь. Откуда ты их, тех людей, вообще нашел в своей жизни? Откуда нашли, откуда-то нашлись, блядь, вот откуда-то нашлись. Я тебе говорил тогда, что, блядь, что кто-то ее, блядь, ведет, блядь. Ну ты, это же, да, ну просто я не понимаю, зачем ты об этом говоришь сейчас? Я хочу их нахуй наказать обоих, блядь. А если ты не понимаешь, я 5 миллионов рублей отдал, чтобы она прилетела ко мне. 5. Я снял виллу на 3 месяца по миллиону за месяц. И 2 миллиона, блядь, заплатил за бизнес-класс. Ей двум, блядь, этой нянечке пизде, кто на меня в мусарню заяву написал, что у меня в клубе наркотики продаются. Тине и ей, блядь, 2 бизнес-класса, 1 эконом. Туда и обратно, нет, блядь. Тина, это твой ребенок, ты все это делал для своего ребенка. Понятно, но не 5 миллионов стоит, чтобы, блядь, полчаса увидеть ребенка на Бали. Она прилетела ебаться с этим Мишей, блядь, не ко мне, не мне ребенка показать. Извини, пожалуйста. Ты знаешь, как ты любишь Тину. 8888 подписчиков, ебать. Ты любишь смотрит. Тину. Пиздец как. Всему люблю. И тебя люблю. Все, мы тебя все любим.
Ну, есть все разница. Вот. Есть разница, когда по любви, когда ты и сам, и когда вот, знаешь, когда это просто по расчету, блядь, все было. Но тупо по расчету. Любил. Ну ты же любил Юлю. Да когда я любил, ёпта, ну, блядь, любил. Я просто... Да ну нахуй. Отвечай, не любил. Просто, блядь, не знаю. Любил, хорошо, окей. Если тебе так легче, блядь. Нет, я так, потому что самое главное, что появилась Тина. Каждый раз, когда я на тебя злюсь, а ты знаешь, сколько раз на тебя злилась? Ну, во-первых, да, я точно по любви, это не обсуждается. Но просто всегда есть исход. Исход это дети. Нет, дети... ты не понимаешь. Хорошо, дети. Тина пока сейчас ничего не понимает, они этим и пользуются. Она поэтому взяла эту нянечку Тайка, потому что та по-русски нихуя не понимает. Эта нянечка Тайка все знала прекрасно про этого Мишу, блядь. Он ей снимал ту квартиру, он снимает ей эту квартиру, блядь, на цветном, чтобы поближе. У него семья. Так ты это знал давно. Ну зачем? Нет, ты я только сейчас это узнал. Сейчас все это узнал. Ну вот ты говорил сейчас, поэтому... же об этом мне несколько месяцев назад. Да, я тебе говорил, но мне все говорили, блядь, это Алик, ёпта, тебе кажется, блядь, ты гонишь, ёпта, она тебя любит, этого не может быть, и на него это не похоже, блядь, он мне пишет, ты видел, что он мне пишет? Я водил хуем по губам твоей жене, а потом она целовалась с тобой. Ну, убери детей тогда. Не могу, они, блин, везде. Что у тебя, их еще прибавилось? Нет, слава богу, я больше не выдержу. Есть? Ты что, прилетел, все нормально? Да, да. Самый легкий полет в моей жизни был. Никто обратно не летит с Пхукета в это время. Пустой бизнес-класс. Все стюардессы, блядь, меня этот... Мне капитан корабля Алексей Долматов. Успехов в творчестве и главное здоровье. Главное здоровье, да, блин. Все за тебя. Я просто Оксана, и до свидания, и спать. Ты же понимаешь, что все переживают за тебя. Да, хорошо. Пусть переживают. Айза, сделай, пожалуйста, рекламу моего концерта. Хотя там вроде все продано. 14 декабря ВК стадиум. А то у меня, блядь, уже 3 инстаграма снесли. Да все знают. Вообще, я думал из Москвы через вас прилететь на Пхукет. Да куда? Подожди. Домой уже прилетел. Так я на 4 дня сюда. А потом куда? Обратно, на остров. Когда тебя уже депортируют оттуда? Иди за ног. Какой-то проклятый, блин, остров. Не-не-не, это там проклятые хуесосами. Меня остров любит, блядь, ничего подобного. Я люблю остров. Я этот остров топчу уже, блядь, 8 лет, блядь. Так у тебя концерт не отменяется, что ли? Нет, я вот прилетел специально на концерт. У тебя 4 января на Бали концерт. Да, я знаю. А может, вы потом с Бали полетите ко мне вместе? Сэм, Элвис, и чё возьмём? У меня вилла стоит пустая все равно, блядь, огромная. Мишу будем ходить топтать, блядь. Топтать будем. Да не, вас, блядь, ну чё прилетаете? Ну, короче, решим. Так домой сейчас? Да, да. Ну я выспался, пиздец, я там спал, и весь полет проспал, я только на посадке проснулся. Слава богу. Не заболеть бы, конечно. 10 есть, 10 тысяч. Там холодно. Здесь? Угу. Мы поедем скоро в Москву, надо получать паспорт Сэму. Когда? Чуть потеплее станет, чтобы мелкие не заболели. Надо получить паспорт. Сэму уже 14 уже. Совсем не 14. Будет 14. Ну, будет, он да. Уже это... Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Элвис, убери. Кот идет. Да. Сюда. Ай-я! Короче, ладно, я сейчас Собчак напишу тогда. А что Собчак-то? Хочу интервью дать ей. Зачем? Уже все знают. Но я хочу, чтобы все знали все. Ну куда еще-то больше? Я хочу, чтобы все знали, чтобы на Пхукете все знали, чтобы везде все знали этого пидораса. Ты не устал? Нет.
Нормально. А что, пустишь в это, сделаешь проходку моим айлабовцам, они что, и поклонники? А твои айлабовцы могут мне маникюр сделать и педикюр? Конечно. Завтра, можно? Не сегодня, а завтра. Да, напишу сейчас девочкам. Я френч они... хочу такой. Да лучше уж делай красный. Не, зеленый хочу, фукси. Зеленый фукси не бывает. Розовый как? Фукси бывает. Бывает зеленый. Вот спроси у подписчиков. Подписчики, бывают зеленые фукси? Юля, о, господи. Зеленый фукси бывает, нет? Бета пишет, Сэм пишет, пап, когда лететь будешь на Бали, привези батончики шоколадные Red Front. А, что еще привезти? Ну, я привезу батончики и уйду, Сэм, ладно, это к себе куда-нибудь, чтобы не мешать тебе играть. А мне докторскую колбасу. Ну, вообще-то, если честно, Сэм, он... Сколько палок очень... привезти? Одну хотя бы довези. Сэм, он и он же в топе в игре в своей этой. Забыл, как называется. Как игра называется, которую Сэм играет? Brawl Stars. Ну, где Сэм крутые добивается успехи. Нет. Fortnite. А, Fortnite, о, нифига. На Соньке он играет? На Соньке, да. А то говорила, Сонька не нужна нам, Элвис, мы не будем в нее играть. Элвис, зачем нам Сонька, мы не будем играть. Элвис, сколько раз в день ты платишь, чтобы Сэм тебе дал Соньку? У меня тоже Сонька есть. Сэм пишет, я не задрот. А? Сэм пишет, я не задрот. Ты уже подъезжаешь к дому, только не пали, где ты живешь, пожалуйста, блин, всем все показываешь. Да ну не надо, чтобы еще больше знала. Ну вот так, нормально, так непонятно, где я живу? Нет, непонятно. Блин, у меня горло опять болит. Тебя, блин, задолбал, за тебя нервничаешь. Какой-то дом 2 у нас тут, говорят. То есть дом 2 курит в сторонке, блядь. Это игра в реальную жизнь. Уж лучше дом 2, чем так. Да, почему так интересно? Так опаснее, болезненнее. Но зато живее. О, кстати, можешь сказать своему сыну, что молодец, он очень хорошо закончил школу, ну, эту четверть. Кто? Сами. Дай его сюда. Сами, он смотрит эфир со своего телефона. Мне... Ну и пусть идет сюда с эфиром и смотрит. Сэм, иди сюда. Сами. А он же смотрит, что он, что я кричу. Сколько тебе еще ехать до дома? Да, минут 10. Мне кажется, если я сейчас окажусь на холоде, я умру. Да не душная я, блин, сам ты душный. Кто пишет? Там кто-то пишет. Ну все, я уже... На разработке. Ну давай, все, выключайся. Не пали, блин. Да не ты выключайся, эфир выключай давай. Давай. Да.